В Большом театре Беларуси состоялся праздничный концерт к форуму Белорусского союза женщин. Сохраняем историческую память, создаем новейшую историю страны. Такое мероприятие у нас впервые, и что мы можем чувствовать? Бесконечная, конечно, радость и счастье, потому что все-таки энергия женщин, ее эмоции, желание вообще прикоснуться к прекрасному. Середина весны, мне кажется, что это замечательно, что избран лучший и ведущий театр нашей страны, его красивые апартаменты. Мы сегодня на наш форум пригласили женщин абсолютно разных профессий. Это и трудящиеся, это и учитель, это и врач, это и ученый в том числе. Преследующие, как я говорю, только одна идея живет с ними. Это именно сохранение нашей суверенной страны. Мы действительно строим новое будущее. Мы передаем нашим наследникам то, что мы сумели сохранить. А их дело – это приумножить. Белорусский союз женщин и женщины в нашей стране – это, ну, по-моему, отношение к женщинам в нашей стране особое. И со стороны власти, и президент нашей страны всегда особое внимание уделяет женщинам, женщине-матери, женщине-труженице, женщине-созидательнице. И поэтому, конечно, сегодня вот этот форум женщин города Минска, который собрался здесь, в Большом театре нашей страны, это еще раз показать, что мы, женщины города Минска, все вместе, мы, женщины, едины, мы, женщины, за родную процветающую Беларусь, мы, женщины, за мир и согласие, мы, женщины, за доброе отношение к детям, к семье, к тем ценностям и традициям, которые определены в нашем основном законе. Конституции нашей страны.